Не видно будет. О, так будет видно. Да, блин, смотрите, там палатка хорошая. Надеюсь, будет чем поболтать. Да, Новосибирск, привет. Что случилось? Слушайте, глупость случилась, двусторонняя пневмония, перенес ее на ногах. А, микрофон, извините. Вот, двухсторонняя пневмония, перенес на ногах, потому что были семинары в Минске. Ну, как можно было отменить, когда ребята пришли? Вот, должны были ехать в Германию, естественно. У меня, кстати говоря, даже было, да, я тоже вас рад видеть, было даже желание поехать в Германию с пневмонией, но когда привезли сюда, в Питер, выяснилось, что она уже двухсторонняя, в больнице МЧС. Да, кстати говоря, выгляжу на удивление, это удивительно. Я молодею, потому что меня кормят по часам, есть распорядок. Вены, правда, уже все, уже у меня отваливаются. То есть тут у меня такое количество, вид не очень, ну какой есть, слушайте. Зато у меня будет возможность проверить, вырастет ли у меня борода, потому что в жизни она колется, а здесь мне это, в принципе, не мешает. Так что буду экспериментировать. Вот. Плохо, конечно, что потом тренироваться нельзя будет достаточно долго, но зато есть время пописать. Вон у меня компьютер здесь мой. Есть выход в интернет. Да я очень хочу в Калининград. Я, кстати говоря, так никогда в жизни не был. А чувствую себя хорошо. Плохо то, что по сердцу ударило. Вот это плохо. Потерял. Ну, здесь есть весы, 109 килограмм, уезжал. Уезжал, весил 115-14. Да, да, спасибо, Витебск. Не помер я чуть в Витебске, потому что температура была 40. Не знаю, но мне нужно выписываться срочно, потому что Воронеж пришлось отменить. Сердцем, помимо всех проблем, которые у меня и так есть, о которых я скоро расскажу, появилась еще аритмия. Нехорошая аритмия, непонятно, с чем связана. Вот. Ну, врачи сейчас ищут, потому что сделали сегодня эхо. В Ригу не знаю, ребят, не знаю, в Ригу. Очень хотелось бы. Так, нигде не заморозился, вирусное. Ну, видите, даже если я сейчас дам посев мокрот, он будет делаться 10 дней, меня сейчас колят такими антибиотиками, что, мне кажется, все, что во мне было, может убить. Да, это вирусное. В Алматыка хотел, так и хочу заехать. И очень надеюсь, получится. В Астрахань, вот не помню, вот Астрахань почему-то не доедет, вот как-то не помню в расписании. Нет, мне колят какие-то прямо совсем, вот поверьте мне. Колят, лечат очень круто и очень дорого, чтобы было понятно, то есть, ну реально, то есть, недешево, то есть, поверьте мне. Нет, гриппа у меня нет, но думаю, что все-таки это ничего более... Чем гравитрон заменить можно? Ну, я делаю с резинками. Какой прогноз на будущее? Жить буду, врачи сказали. А как быстро верну форму, не знаю. Самому интересно. Это первый раз в моей жизни такой вот перерыв в тренировках. Да, Киев, привет. В Харькове точно буду. Я сказал, что я даже если на инвалидном кресле, но уеду, потому что... Какие советы занятий подростка 16-17 лет? Да никаких занятий у вас такие же, как у всех. Вы не забывайте, что в 16-17 лет выступают юноши по тяжелой атлетике. Можно ли брать на 150-200 граммов углеводов? Можно, в зависимости от интенсивности тренировок, вашего обмена веществ. Здоровье, чувствую себя реально хорошо. Температура, правда, очень низкая, 36-35,9, постоянно жарко. Не знаю, какой перерыв, но считайте, дней 10 я здесь, и я думаю, что там 5 дней. Ну, наверное, самый большой перерыв, я думаю, будет, наверное, недели 3-4. Да, в Кёльне не было. Можно ли вообще без углей? Да можно, только зачем? Надо же думать головой. После гриппа сколько времени нельзя тренироваться? 2 недели нельзя тренироваться, потому что иммунитет, конечно, ослаблен. Не знаю, когда домой, точно следующая неделя вся здесь. Ну, честно говоря, я столько дел сделал, мне нужно было столько написать. Вот. А в Новосибирске я тоже очень хотел бы еще раз приехать. Ирбит, привет. Спасибо, я буду стараться. Как мясо держать будете? Да никак не буду держать. Ем, вон у меня блендер вот мой лежит, мне привезли.
банку протеина не стал тащить, просто мне жена отсыпала в этот самый в контейнер. Поэтому я в пятницу, меня положили после обеда прямо из аэропорта. Это было какое число, не знаю. Ну, считайте, сегодня понедельник, да, пятница, суббота, воскресенье. Да, теперь время много, просто вот я сейчас сижу, у меня раз там какую-то процедуру там на эхограмму или еще что-нибудь, и не очень, я просто все сделал, знаю, что сейчас точно спокойно будет время поболтать, там полчаса, там сколько времени получится. Нет, не позволяю себе вкусняшки, да я не голодный, поэтому нет смысла. Если протеин на 2 месяца истек, можно пить, потому что срок указывается не срок годности, а срок реализации через торговые сети. Слушайте, а здесь кормят хорошо. Я уже говорил, что здесь очень недешево, и поэтому кормят нормально. Ну, конечно, у меня своя пища, пиво, да, особенно сейчас я пью, нет. Да, палата у меня одноместная, вот такая вот. Вот она, вот она, вот она, вот она. Нет, здесь все очень хорошо. Ну да, да, как дома примерно. А, Wi-Fi нету, поэтому купил я этот самый модем для компьютера. А с телефоном пока, слава богу, тащит через этот самый. Дорого, да, дорого, недешево. А вот, как быстро носить мышечную массу? Нормально, хороший вопрос, построить программу тренировок питания. При первых симптомах простуды лучше не идти на тренировки. Ну, вы должны себя знать. Я, например, знаю, как выглядят мои симптомы. И если это просто простуда, спокойно. Если я понимаю, что нечто более сложное. Омега-3, 6 или 9, омега-3. Все остальные мы и так с избытком получаем в обычной пище. Стрение на выносливость. Какое время отдыха между подходами? Я никогда на выносливость тренировался. Мне это не нужно. Надо подумать, надо почитать. Нет, как раз после болезни статодинамика будет то, что нужно. Как питаюсь, 4 раза в день приносят то, что мне, и доедаю своих, пьем. Давайте покажу. Вот у меня йогурты. Вот они, вон обезжиренный сыр, это овощи. Там готовая курица. Протеин. Да, Данон пью без сахара. Не знаю, мне нравится. Инсулиновый индекс. Да, инсулиновый индекс не относится к количеству сахара, то есть абсолютно принципиально. А какое у меня мнение по поводу Energy Diet? Я вообще не имею своего мнения. Состав продукта вам известен, вы его видели все, а его свойства мне не очевидны. Поэтому болят локти и колени. Как избавиться от этого, смотря что у вас, если это синовиальная жидкость, надо идти к врачу, если это просто уже ранние стадии артрозов, да, то есть тогда еще можно обойтись коллагеном, глюкозамином, хондроитином. Но смотря сколько вам лет, а что-то мне подскажет, что немного. Какие БЦАшки, либо обычные, либо сейчас появилось в Optimum у нас БЦА Pro, там глютамин добавлен. Мнение от Майи, я уже говорил, вот у меня в баночке с собой лежит одна из лучших добавок, которую я считаю в качестве ноотропов. Да, спасибо. Ну, в 32 года, ну, рановато, ребята, уже в 32 года страдать суставом. В турником и брусе, ну, наверное, какие-то там можно нарастить, но не все, конечно, потому что в основном там сгибатель-разгибатель. Как вам расстановка доверия на спортвике? Ну, они меня приписали к блогерам, а я таким не являюсь. Ну, спасибо, что хоть отметили. Глютамин отдельно выделен как спортдобавка. Ну, когда очень тяжелый объем на тренировке, перед сном я бы начал пить. А так, в общем, не самое. Мелдронат мне его сейчас колет. Сон хороший. Сейчас гиптрал колет, мелдронат мне колет. Сам всегда его колол. Креатин курсами я бы пил 6 недель на курсе. Ну, курс креатина 4 недели отдыха. Не помещаешься в экран, да. Ну, Силуянов говорил про эфедрин, но может он не в курсе, что с эфедрином можно зайти так лет на 8. А в места не столь отдаленные, может быть, больше. Нет, креатин на почки не влияет, я не читал таких исследований. Аргинин, если у вас работает, пейте, а что он, собственно, периферию, то есть сосуды расширяет. Креатин можно на сушке, изолят, просто убирать чуть пораньше, чтобы не было
искажение вашей формы. Ну, протеин можно пить без перерыва, ну, я пью. Нет там никаких. Если вы в правильных количествах потребляете белок, ничего страшного. Optima SK Max 1200 не очень много для одной порции. Много. Генеры вообще спорный продукт. И от глютамина нет побочек. Какая побочка? Аминокислота, она, в общем, в таких количествах содержится. Люди верят в энерджи-диет, это всего лишь БАД, генер с витаминами. Ну, слушайте, пускай люди верят. Знаете, какое количество всевозможных добавок существует? Ну, появилась агрессивная реклама. Имеющие уши услышат, имеющие мозг поймет. В Москву когда-нибудь поедете? Обязательно поеду, конечно. Почему Силуан говорит, не надо делать кардио? Потому что его представление... Жиросжигание может произойти без кардио. Я думаю, что это неправильно. Да, Юхенбин мне нравится, хорошая добавка. Она работает на уровне альфа-рецепторов, альфа-адренорецепторов. Вот, она помогает все-таки перевести воздействие норадреналина, адреналина в большей степени на бета-рецепторы. Кардио на сушке все-таки... Ну, надо посчитать ваш возраст. Стероидами пользуешься постоянно, каждое утро, с утра до вечера. Дозировки огромные, так что тут вопрос даже не в лоб. Я вообще без стероидов не просыпаюсь, не ложусь. Про функцию щитовидной железы пропустил, извините. Вообще мне самого этот вопрос интересует. Так, пожалуйста, ну, Юхенбина должно трясти. Может потряхивать, но давление должно повышать. А чувство юмора не покидает. Иду на поправку. Сколько вес нормальный должен приросить 180? Ну, а что значит нормальный? Вот я сейчас приросил 183, вешу 109, и мне кажется, моя жизнь остановилась. Как вы относитесь к творчеству Дениса Борисова? Слушайте, ну, он действительно творческий человек. У него есть мнение на все, и на политику, и на социальную жизнь. У меня нет таких знаний. Про Т3 что скажу? Ну, что агрессивный гормон щитовидной железы. Майка большая стала? Ну, наверное, большая. Шпак, ну как, я его с ним знаком, он как человек, он очень образованный, интересный, его внешний вид меня не беспокоит, его эпатажность, ну, я не приветствую. Аптечный химбин используется, в аптечном химбине, если я не ошибаюсь, там гидрохлорид, а я пользуюсь все-таки концентратом. Поэтому как преодолеть плату на сушке? Загрузка? Да, загрузка подойдет, скорее всего, щитовидка, конечно, уже подсела, надо ее разгрузить. Читмил отношусь хорошо, если он правильно выстроен в программе питания. При тренингом жиросжигателем, при тренингом плохо отношусь, не знаю, если вы не готовы нормально тренироваться, морально, да, то есть при тренинг вас не должен как-то там... Вам не скучно? Скучно. Конечно, скучно, с ума схожу. А вот, но зато есть интернет, и вот тогда бы я, конечно, офигел, если бы его не было. А вот, а при тренинге жиросжигателями это совсем плохо. Планы на лето? Конечно, отдыхать поеду куда-нибудь, пока не знаю. Хотелось в Китай, но, по-моему, там погода пока. Топ-3 упражнения на плечи, жимы сидя в Смита, махи гантелями в сторону, махи в наклоне. Чем лучше сгрузиться на читмиле? Средними и длинными углеводами я бы не стал есть простые. Какими стероидами лучше пользоваться? Да ну не парьтесь, вы берите самые тяжелые, самые такие мощные, чего вы там дурака валяетесь, какими лучше. Я марки же не знаю, мне же не приплачивают. Вот. От запора на сушке, скорее всего, вы угробили свои бифидолактобактерии, и с этим нужно бороться. Прямо на сушке я бы на вашем месте начинал пить биовестин лакта, либо какие-то живые бифидобактерии. Потому что ваша бифидофлора питается в толстом кишечнике как раз именно целлюлозой, клетчаткой, а вы ее убираете. И естественно, бифиды и лактобактерии начинают умирать. И функция толстого кишечника нарушается. А если вы будете поддерживать на диете, там раз в несколько дней пить, пропивать вот эти вот бифидолактобактерии, все будет хорошо. Так что изжога на массе, ну, кислотность у вас снижена, это плохо. Соль, скорее всего, убрали, это нехорошо. Сочи, привет. На жир живота никак не хочет ходить, что делать? Да нельзя жир убрать с живота или с там, ягодиц еще откуда-то. А вот, поэтому ищите способ, скорее всего, придет время до живота. Сними майку, покажи мускул. Нет, не буду, не хочу, я же не клоун.
На 200 граммах углеводов можно сушиться. Я знаю людей, которые на 250 граммах, в общем, делают хорошую форму. У меня не получается. Да, спасибо, буду выздоравливать. Делится одну мышечную группу 5-7 сетов одного упражнения. Сейчас соображу 5-7 сетов одного упражнения. Нет, это много. Нет, 5-7 сетов это много, 4. Больше 4 не нужно делать. Как жир сжег? Какой жир сжег? Хорошо, жиросжигатель хорошо работает. Разные жиросжигатели спортивные. В каждой фирме есть. Есть у Тайда, Тайд Ориджинал, и у Сана, точнее, есть у Нутрикса хороший жиросжигатель, ИП-6 есть. Пропустил L-карнитин. Транспортная система хорошо работает. Чем заменить сахар сладкоежки? Ну, какие варианты? Сахарозаменителями, они тоже немножко отзываются на инсулин, но, по крайней мере, калорийность не повышает. А в покер играете? Нет, не умею. Как относишься к продукту Energy Diet? Никак не отношусь, ни хорошо, ни плохо. Смотрю со стороны на весь этот цирк. Демотайз, по-моему, у них есть неплохой пизин, по-моему, если не ошибаюсь. Войну и мир читал, конечно. Что можно вкусно позволить себе на сушке? Да все что угодно можно позволить, лишь бы на форме не повлиял. То есть кто-то ест клен или йохимбин. Ну, два разных препарата. Один на тканевом дыхании, на уровне тканевого дыхания включает свои процессы, а йохимбин он работает на уровне рецепторов. Связки, кстати говоря, очень хорошо они вместе работают. Так что выбирать не нужно. Вообще сладкое не ем. Да ну вот когда было в Минске, совсем не в Минске, а в Витебске было плохо, съел один сникерс, вспомнил, как он на вкус. Штангистам Приморья привет. К приему пептидов отношусь. Мне ни разу не подались рабочие. Никакие. То есть вот, ну, относился бы хорошо, если бы имел хороший опыт использования. Ни разу не попадалось. Либо фуфло, либо, думаю, подделка, не знаю, может, не. Казахстан были планы, надеюсь, не ФСТ-7, почитайте внимательно, нет там никакого совмещения, это такая, знаете, приблуда якобы растягивает мышечные фасы. Я, Дима Яковина на эту тему писал хорошую статью. Гормон роста, даст побочки, не знаю, я такого не встречал, смотря какие дозировки. Лучший продукт линейки Демотайз, ребят, не знаю, просто я знаю, что у них, по-моему, есть хорошие, неплохой бы, по крайней мере, где-то я видел казин. Полностью безглеводка достаточно для эффективного жиросжигания? Я думаю, не нужно полностью безглеводку делать. Нет, температуры у меня нет. Конечно, хочу во Владике, мне очень понравилось. Сколько больниц стоит, не секрет. Ну, секрет, ребят, ну, не дешево, поверьте мне. Там, после 10 дней будет 2-0 в конце, это точно, отдыха. Какой гейнер посоветуете? Ребят, ну я же являюсь спортивной компанией Optimum Nutrition, поэтому, естественно, я буду говорить, что... Ну, это действительно так, я просто не знаком с другими. Что марафонцы при боли в колене, да вы, конечно, уже угробили свои суставы, и, конечно, нужно искать способ. К тяжелой атлетике отношусь как к королеве спорта с огромным уважением. А марафонцы, конечно, нужно комплексно решать, коллаген прежде всего ввести в свой рацион обязательно. Пропустил, не успел прочитать. Советуйте витамины. Комплексные витамины я использую Optimum, естественно, магазин. Спорт Nutrition ждет в Оренбурге. Спасибо. Минский семинар был на уровне. Был. Знак вопроса я не знаю. Я надеюсь, что да. Результат эксперимента с давлением. Ну, скоро я сейчас буду. Сейчас сделаем видео. Я расскажу все про эксперимент. Был декадик. Я не знаю, был декадик. У вас, наверное, может и был. Рыбу сушат после улова. Где в Киев собираетесь? Я пока в Киев не собираюсь. Первый пробный шар Украины, это будет Харьков. Надеюсь, что... Нет, медзаобразования нет, очень сожалею об этом. И уже здесь в больнице всем врачам вынес мозг. По поводу вообще сопутствующих вопросов. Сделать видео про специализацию надо бы сделать. Надо бы, конечно, сделать. Очень хочется что-нибудь такое креативное, потому что глупости снимать больше не буду. Как часто использовал силовые циклы? Да вот не было никаких таких прямо циклов, и именно поэтому, наверное, такого опыта серьезного нет. Только недавно начал циклировать нагрузки, и отношусь как раз именно сейчас к тату, отношусь никак. Хотел, когда руку мне изуродовали, вот у меня изуродована рука, вот
Шрамы здесь вот такие вот все. Хотел сделать тату, но потом подумал, что еще больше будет привлекать внимание. На тайские каникулы, Новый год. Нет, я считаю, что Новый год надо справлять с любимыми людьми, а не с теми, кто там. Скольки массу лет мы уже набирать? Мне 44, надеюсь, еще лет 10 буду. Нормально все с рукой стало? Наверное, нормально. Курение бодибилдинг совместим? Ну, наверное, в каких-то размерах, да, то есть, если это не совсем. В Харьков, по-моему, 26-27. Омегу-3 откуда брать? Льняное масло, рыбий жир. Сколько кардио можно в день делать? Ну, я думаю, больше 30-40 минут, ну да. Где брали Финаджек? Слушайте, это какая-то компания у нас была, там даже ссылка, могу потом найти вас. Что с судом по травмировке? Ничего. Прокуратура 2 раза закрывала дело. Да, в Киев есть желание. Ну, заплатили денег, короче. То есть те, кто хотел закрыть дело, заплатили раньше, чем я начал активизировать свои действия. Масса остановилась после набора месяца. Да, если вы не набираете массу, надо с питанием что-то искать, а может быть тренировки не выстроены правильно. Например, так, что-то замедляет. Никогда не думал ехать из России. У меня очень много родственников. Я же еврей, полукровка. В Израиле, в Америке. Сколько бицепс? Не знаю. Немного. Наверное, сантиметров 49. Где хороший хинбин? В магазине спортивного питания. С веса. Вот сейчас буду худеть, ну я очевидно это понимаю, наверное, будет чуть полегче дышать. Аппетит появился, но отдышка фантастическая. Но у меня пол легкого работает. Сейчас даже покажу. Вот там, где вот на легком дырка, это вот мое левое легкое, вот это вот. Вот там сейчас гной находится в нем. И так быть не должно. Конечно, я тут шаг делаю. Поддерживает энергетику мышц без тренировки. Можно ли самостоятельно обучиться фитнесу, не проходя спецкурс? Конечно, можно. А, микрофон, извините. Как долго можно пить клен? Я на вашем месте очень аккуратно с этим делал и более 4 недель этого не делал. У меня двухсторонняя пневмония. Вот, примерно. Слушайте, а как ублюдков заблокировать? Ребята, скажите мне, тут есть несколько клоунов, блядь, я бы лично им бошку бы разбил. Но вы же понимаете, это сложно. То есть вот он сейчас какой-нибудь ублюдок напишет, да? Мне надо что-то нажать, заблокировать, потому что, Так, нажимаешь на сообщение, блокируешь. Так, ну давайте, ублюдки, давайте, где вот тут? Ну где, ребят? Чего вы тут такие дерзкие-то? Так, ладно. Заболел гриппом во время сушки, стоит ли пересмотреть диету? Конечно, стоит. Так. Блин, не успеваю я, блин. Ну ладно, потом разберусь, конечно, надо, конечно. Молодежь. А во, он нашел урода. Посмотрите, нести список пользователей. Отлично. Есть. Ой, слушайте, как мне нравится. Я могу, оказывается, так нажимать. Вот. Не знаю, как мнемонея получилось. Ну, так случилось. Ну, вот. Так что, ну, вирусная, к сожалению, объяснить причину не может. Палец в кадре, извините, привет, Израиля. Быца на сушке с ковкусом или чистый лучше, а без разницы, там ничего страшного, нету вкусовых. А вот, что вы, а вы что будете? Нет, просто была температура почти 40, не сбивалась, очень болела голова. И у меня партнер, он, в общем, лечение дорого входит. Он болел часто пневмонией, он сразу сказал, что Стас, это пневмония. Ну, еще раз говорю, 3 дня назад она была односторонней, точнее 4, а потом она очень быстро превратилась в двухстороннюю. То есть вода разбавлена в БСАшке, разные вещи на сушке. Не принципиально, не думайте, что это серьезно решит задачу. Видео для новичков, наверное, будет. Можно ли ЛИПО-6 на старте похудения? Можно. Омск, привет. Тренировки в силовом стиле для неофита. Ребят, слушайте, а что такое неофит? Тут я до второй вопрос. Я не знаю, что это такое неофит. Это что такое?
Для массы на месяц, например, многоповторку я бы не включал. Не, не, щитовичок. Туда по-русски, знаете, ну не, я вроде как бы образованный, но вот чего-то я вот. Ну как, что значит бесплатно? Ну вот не должна, не бесплатно, люди должны получить деньги за. За какое время потеряли, сколько килограмм потеряли? Пока 6 килограмм, нет, 5 точнее. Сколько потеряю в конце, не знаю. Что с рукой, да ничего, к Сергею Родину, ну, третье место занял, а его телевизионные проекты я не поддерживаю. Я вообще считаю, что как-то это все странно, что происходит сейчас в спорте. А статодинамика массы расти, будучи на фарме, она и на фарме, и не на фарме будет расти статодинамика, это один из способов. 16 лет масса пойдет, если правильно есть. Конечно, пойдет, почему нет? Не веду свой блог. Да как-то не было такой нужды, не знаю, как это делать. Какую диету посоветуете при гриппе на сушке? Да поднимайте углеводы обязательно, потому что гореть все будет. Да, телевизор смотрю по полюсу бесплатно. Не хочу я бесплатно. Не в том плане, что бесплатно не хочу. Хочу просто, чтобы был должный уровень. При помощи... Да, как аптечный, можно похудеть, если не клен. Ну, а какие аптечные? Да ничего особенного тут, к сожалению, БЦА хорошо. Нет, в любом случае жиросжигатели нужны, поэтому... Жиросжигатели все равно не делают чудеса, они просто помогают поддержать интенсивность тренировок, термогеник. Какое медицинское учреждение? Как очень вы довольны. Ну, я живу реально в роскошном заведении. 5-8 повторений, если правильно время отдыха выберете между подходами, то есть шанс, что наберете мышечную массу. То, что силуэнов против кардио, как тренировка сердца, в этом есть смысл, но все-таки ударный объем крови нужно повышать, потому что культуристы все-таки гипертрофируют именно объем сердечный, точнее толщину, а нам нужен еще ударный объем, поэтому... Все-таки поддержание и повышение ударного объема это нужно. А лежу в клинике МЧС на пульмонологии. Самочувствие хорошее. При гипертериозе те жиросжигатели, например, липо-6Х, которые содержат в себе прогормоны щитовидной железы, их, конечно, нельзя. Болят ноги после бега, надкосница в чем дело? Ну, потому что надкосница болит у вас. Либо она просто травмирована, либо за счет того, чтобы... Ну, здесь, скорее всего, такая... динамическая нагрузка. Что нужно начинать с специального учения в фитнесе? С книжек. Тироксин для похудения, как относитесь? Ну, включал его и спортсмены используют. Надо дозировки очень корректно подбирать. Почему? Без кардио можно жечь, если обмен веществ хороший. Если... А вот триотиронин у нас уже не сертифицирован, он, конечно, очень агрессивный. Поэтому тут не посоветую, все-таки это уже такое лекарство серьезное. Протеин сгущает кровь? Нет, протеин не сгущает кровь. Курение негативно сказывается на росте мышц. Курение негативно сказывается на сосудов. Пару слов, как на сухую набрать на курсе. Как сухую массу набрать на курсе. Углеводы смотреть и рацион питания свой. Те, которые не при гипертиреозе, те, которые не содержат прогормонов. Чем можно жить без тренировок? Да чем угодно. Просто дефицит калорий создавайте и живите своей жизнью. У кого-то этого достаточно, но, конечно, суперформы не будет. Диабетон можно применять как метан, правда, я не пробовал никогда, если честно, не знаю, что такое диабетон. В Израиле очень хотелось бы побывать, пока не случалось. Курение как-то отражается на массе, говорил уже, курение отражается на сосудах. Нитроглицерин перед тренировкой для пампинга, ну, можно с нитроглицерином вместо пампинга закончить где-нибудь лежа на раздевалке и вас будут откачивать. Позволяете что-нибудь вредное, пиццу или роллы, давно не позволял, хотя, наверное, теперь уже это не так принципиально, потому что с книжек, ребят, напишите мне, у меня там целый список, и я ВКонтакте вам отвечу. На чем отражается, не понял, на сушке тренинг в стиле 30 минут силовой тренинг, 30 минут средний повтор, натуральный, такой вариант есть тоже, нет ролла, не вредно, ничего там. Напишите мне ВКонтакте, я вам список литературы для сна, что посоветуете. Ну, я, кстати говоря, ну а чего там? Все, которые гормон считают шишковидной железы, стимулируют. В аптечный препарат Мелоксен, можете капли морозова, но они на спирту. Ну, хорошо работает, кстати. А мы скидывали в группе, я выкладываю периодически, просто она на объявлениях уже теряется.
новостей. Аспаркам рибоксин, что значит работает? Калий, магний, как он может не работать? Рибоксин, они не должны не работать. Здоровье хорошо, надоело гречи, рис на массе, поправят без... Ну, меняйте на другой углевод, почему? Насколько желатина надо в сутки, чтобы был эффект? Ну, смотрите, желатин такой, в общем, в качестве чего вы пьете, как источник коллагена, ну, не знаю. Список литературы, свои формы, посмотрите, в Инстаграме я вчера выкладывал, мне уже не хочется, потому что один раз я напрягусь, и у меня потом полчаса одышка будет. Ну, вот, поэтому, ну, не хочу, я же не маленький ребенок, основной упор тренировок на большую мощную группу. Основной, да, но не игнорировать. Бицепс, трицепс, плечи, икры. Все мышцы требуют нагрузки. Просто зависит от того, какие приоритеты ставить, уровень занятий. Зимы, голубочки, но общаюсь при встрече всегда. Поздравляем друг друга, лайкаем ВКонтакте, то есть в Инстаграме. То есть в хороших отношениях. Не знаю, то есть у нас нет никаких источников напряжения. Источник коллагена, ну, самый лучший гидролизованный коллаген, потому что он уже гидролизованный, он очень плохо усваивается. Поэтому обычно в виде холодцов, студней и так далее, он просто будет очень тяжело перевариваться. Да, повышение потребления малого количества может привести к повышению креатинина, мочевины в крови. И вообще это очень плохо, пить нужно много. Может, сладкий БЦА просто во время дня можно. Поправляться скорее буду. Какие прогнозы по времени выздоровления? Ну, я сказал, что в любом случае, даже мертвый, я отсюда уеду через 10 дней. Думаю, что дней 8 еще. Есть смысл пить? Пропустил, курение отражается на сосудах, а сосуды как роль играют? Хороший вопрос. Сосуды кровь у нас к тканям приносят. Гастюнина понимаете или все равно, что то, что он делает? Нет, я не понимаю, то, чем он сейчас занимается. Мне странное его поведение, но еще раз говорю. Я не вправе осуждать или какие-то выводы делать. Сам по себе поведение мне не нравится. Ну а кто я такой? Это его личное дело. Сколько в среднем нужно занимать в неделю? Чем занимать? Денег занимать? Пробовал хондролон? Я не пробовал. У меня нет проблем с суставом. Сколько минут кардио натощак? Я думаю, что больше 30 не надо. Как лучше икры бомбить? Высокоповторно. Обязательно. Скажите, как верхнюю часть тела догнать? Руки, плечи отстают. Специализацию провести? Нет, тело показывать не буду. Я уже говорил. Хотите посмотреть вчерашний инстаграм? Включите, там есть. Выступать не будете? Нет, не буду больше никогда. Если густая кровь, нужно обязательно повышать уровень. Сдайте уровень на анализ на гематокрит и посмотрите, вы удивитесь. Я вам реально это рекомендую, я сам сдавал, и вы увидите, насколько у вас высок риск тромбообразования. Нет, есть другие причины, почему я не буду выступать, я скоро об этом всем расскажу. Ну, это никакая не интрига, просто... Как лучше качать пресс, нагрузку или высокоповторную? Я бы высокоповторную качал. Сколько нужно в среднем тренироваться в неделю? 3-4 раза. Скажите, процент повторного максимум должен быть в режиме статодинамики. В моем представлении 30-40, но наконец-то теперь дошли до того, что она работает и начинает говорить о 50%. Я тоже не против. Ацетрулине, те, на ком не работает аргинин, потому что печень его разрушает, могут успешно использовать добавку ацетрулина. У нас, кстати, в предтренингах, в оптимумских уже аргинин не кладут, кладут туда аргинин. С доктором Заболотным лично не знаком, читал, смотрел все его лекции, очень надеюсь попасть и пообщаться лично. Будете скучать без соревнований? Ну, буду, наверное. Тренируюсь дома и на улице, но, к сожалению, вы находитесь в неравных условиях, у вас количество Усманова Тима, вы только с парнями работаете, да, у Усманова только с парнями. А на диете при дефиците калорий какие можно препараты включить для эффективного жиросжигания? Да все те же самые, что и в обычном, то есть термогеники. А почему расширяются вены? Ну, не знаю, если у вас есть уже наследственные какие-то предрасположенности к варикозу, этим нужно, конечно, заниматься. Флюгеру, как человеку, который столько сделал для движения в культуризме, отношусь с огромным уважением. Кардио 3 раза в неделю по 40 минут достаточно для сердечной деятельности, сердечный ритм? Да, достаточно. Нужны ли антиоксиданты для профилактики? Может, знаете, какие рабочие? Да, нужны гинка билоба, лучше антиоксидант. Гинка билоба. Он не дешевый, но это лучший. Семинары выкладываю за неделю, потому что вы, ну, это некорректно относительно других городов.
На какой диете можно скинуть вес? Ну, почитайте, куча огромных диет. Сейчас в моде гибкая диета, Лайла Макдональда. Жрите, что хотите, лишь бы калории. Я считаю, что это неправильно. Стоит ли 50 убирать, если вес не уходит? Нет, не стоит. Скорее всего, вы уже свой обмен веществ уже под... Да что такое? Обмен веществ подугробили. Вот. И надо, наоборот, повышать углеводы, делать разгрузку. Скорее всего. Сколько трансляций будет по времени, я не знаю. Сколько у меня-то зарядка на телефоне осталось? Пока еще есть время. Ну, процедуру мне сделали, капельницы сделали. Вот, так что пока есть. Можно на тренировке работать в классическом режиме статики? Можно, но я пришел к выводу, что лучше их разделять. Клен есть смысл принимать неделю через неделю, то есть для приема, но это лучше, чем постоянно, потому что гробить себя. У меня пневмония, отношусь к лифтингу хорошо. Про гейнер скажу, что лучше сделать его своими руками, хороший. Протеин плюс, естественно, овсянку, банан, все что угодно хотите добавьте. У меня 13% зарядки. Ну, подзаряжайте. Привезите 97, сколько грамм углеводов нужно для вам. Понятия не имею, посчитайте. Возьмите формулу основного энергообмена, вычтите оттуда белки и жиры. Вот по проводу деку, вот идем, бан еще раз, блядь. Деку колов, блядь, и так далее. Что же за дебилы-то, а? Хорошая овсянка, обычная хорошая овсянка. Крупная, просто не забивайте ее в пыль в гейнере, чтобы она была такая, то есть, знаете, в виде кашицы. Куда лучше поехать, в Голландию или Нидерланды? Не понял. Это что такое? Вопрос на сообразительность. Если пить средства для связок, восстановление генером про комплекс как он? Да неплохо, конечно, это генер мощный. Название овсянки, слушайте, обычное, ясно, солнышко, там первый номер. Можно ли генер или протеин смешивать с молоком в блендере? Да, можно. Кардиополосить деловых одобряете? Да, одобряю, если правильно курсовая зона. Без фруктов не очень яркий рацион. А я вон ем фрукты, у меня вот смотрите. Вот это я даже не знаю, как называется. Как это слово там внутри. Ну, похоже, какой-то апельсин на рынке мне купили. Вот там какие-то такой вкусный, короче, не знаю. Из двух слов называется, растет где-то. Не знаю. Нет, не бульбы. За 2 дня набрал 2 килограмма на сушке, чем все. За 2 дня балигрин набрал. Не знаю, уникум. Можно ли кушать орехи, сколько ему? Можно, просто считайте, как жиры их, и чтобы это было. Да, всю еду в блендер можно. Какой у меня телефон? Этот, по-моему, Galaxy S5 или S6. Не хурма, не знаю, как-то на через 2 буквы К. К, что-то кар, как, не знаю, слушайте. Подарили это гений, не знаю, пить или не пить. Да выпейте, выздоравливайте, живота, жир статодинамика кружится. Можно ли сжечь живота жир статодинамикой? Ну, скажем так, это может немножко улучшить, но не решить задачу все равно. Откуда у вас знания медицины? Из учебников. Как вы относитесь к кофе? Ну, я уже его не пью, к сожалению. Нет, не так это называется. Хотите, разрежу, сами скажете, что это, на что это похоже. Сейчас, подождите. Сейчас. Внутри вот так вот там. Вот. Две косточки. Не знаю, что это. Пахнет какие-то хвойным. Я не знаю, ну вкусно на самом деле. Вот, поэтому не знаю, как называется. Кроссфит использует вместо кардио сжигания подкожный жир. Да, кроссфит можно, но, конечно, мышцы посыпятся немножко. Растяжку делать нужно, да, нужно, только делать ее нужно не между упражнениями, либо в конце упражнения, либо в подходе. Точнее, после упражнения, либо в конце тренировки. Хуже не будет, лучше будет. У меня воспаление легких двустороннее, я уже говорил, получается, одна неделя классическая режим, статодинамическая. Да, я считаю, что лучше так. Что с тобой случилось? Правда, что некоторые мышечные группы могут состоять только из одного типа мышечных волокон? Нет, неправда. Могут преобладать там, как, такие, как икроножные, точнее, камбаловидные мышцы, пресса, разгибатели спины, антигравитационные мышцы. Человек часто может тренировать в развивающем режиме, считаю, что не чаще, чем раз в неделю. Тест натуральной сушки сильно падает. Да черт его знает. Как-то анализы никогда не сдавал.
Да, температура была 40, вызывали скорую в Витебске. Вот. Ну, понятно, что будет Т3 падать, Т3, Т4 на сушке. А пресс все-таки стоит качать, но не ради же сжигания. Как боретесь со злом в себе? Ну, как со злом? Да никак не борюсь, злой я. Вот. Во, мушмула, точно. Вот это мушмула, ребят, мушмула это называется. Вот, спасибо. Да. С рукой, что у меня, ну, если еще кто-то не знает, эссенциаль для печени нужно не пить не каждый день, а лучше вместо эссенциалей купите лецитин в аптеке и получите ровно то же самое в 10 раз дешевле. С рукой взрывом чуть не оторвал руку в 2008 году и долго восстанавливался, потом мне сделали операцию, если интересно, вот отрезали сухожилие вот отсюда и пришили его к большому пальцу. Здесь огромный шов на руке, здесь, 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 почти 8 часов оперировали, руку не спасли, к сожалению, мышцы я имею в виду. Если две мышечные группы в тренинг стать динамик, сколько упражнений на каждую делать? Ну вот, 4 упражнения. Да, лецитин. Вам советую вместо эссенциалей Форте, это дешевле и очень круче. Вот. Реально могу сказать, что сам пью очень хорошо. То есть там эссенциалии это и есть лецитин. Есть, как есть больше при натуральном тренинге. Ну как есть больше? Есть не больше, надо, если ровно столько надо. Проблемы с ЖКТ. Можете посоветовать поддержать форму? Ну, ПЦА поддержать, да, но задачу не решат. Надо решать проблемы с ЖКТ. В 2008 году несчастный случай у меня был с рукой, чуть не оторвало взрывом. Так что, как правильно сливать воду при сидении, вопрос сложный. Можно сделать целевую загрузку, можно сделать, ну, по-разному, вариантов много. Многовторка для похудения. Многовторка к похудению не имеет никакого отношения. Сейчас печень мне курит гиптрал, только что было. А у меня нет нужды, я ничего не ем, не пью относительно агрессивного относительно печени. Водку я не пью, ничего не использую, что гробит мою печень, так что нет. При тренировках в динамический стиль тоже необходимо пить. Если вы тренируетесь и закисляетесь, а вы закисляетесь в любых вариантах, когда тренировка, когда подход длится от 20 секунд, вам нужно будет отдыхать, конечно. Нет, в школе не был отличником, но учился, ну, хорошо, ну, где-то так, тройки даже были. При болезни снижать углеводы, если у меня набор. Ну, смотрите, я, например, просто физически не могу съесть много. Если у вас супер аппетит, ну, все-таки я бы не разъедался. Сколько упражнений за один день, то 2. Я считаю, что 2. Можно ли добрать с малыми весами? Я сейчас попробую. Вот сейчас я выйду из больницы, будет второй эксперимент, попытка вернуть форму при помощи статодинамик. На курсе лучше тренировать мышечную группу по одной из тренировок, за две лучше. Ну, на курсе вы можете тренировать как угодно, в том плане, что объем тренировок может повышаться, а интенсивность тоже высокая будет. Операцию будут делать, на что? У меня уже все, что можно, прооперировали. Получается, лучше в одну неделю в классическом, в другой статике, да. Я считаю, что именно так важно. Вам не надоело? В свободное время отвечать на вопрос. Не в кайф, но почему нет? Операцию какую? Мне не нужно делать операцию, я уже все, что прооперировали, сделали, но ничего другого. Что лучше всего сводит мышцы? Ну вот я вот с собой в дороге вожу вот уже там вот какие-то такие магнезии, да, то есть в жидкой форме. Вот. Либо калий, магний, аспаркампа, анангин, то есть ничего такого страшного. Да, в 40 лет можно набрать. Что-то вам скажу про гейнеры. Считаю, что добавка специфическая, и лучше ее не злоупотреблять. Внимательная длительность тренировки, я думаю, что пассивное время тренировки, час 15, активного, все равно будете тренироваться где-то, ну, 20-25, поэтому это не сильно принципиально, какое количество. Вы читаете не время нахождения, как по мадаму Бакаров. Да, общались, да, в хороших отношениях, с огромным уважением друг к другу относятся. Ну, вот знаете, есть такие люди, как-то вот просто заочно были знакомы, а когда лично познакомились, как будто бы были давно знакомы. Гейнер не вреден, просто огромное количество мальтодекстрина с гликемическим индексом 120. Зачем? Какие витамины полезно пить дополнительно к общим витаминным комплексам? D
Да никакие витамины специально у вас не продаются. В Америке я был, вот там огромное количество отдельных. То есть там можно купить цинк отдельно. О, мой завтрак. Не завтрак, полдник, здравствуйте. Стаканчик дайте мне или чашечку? А я не буду, можно кефир? Кефир спасибо. Не будете? Не буду, я да. Ну, печенье. А печенье обязательно. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Бестероидные уклады. Не, вот вы сейчас спрашиваете, какие-то бестероидные. Я не знаю, что это. Сахар дочерк 3,5-4 это плохо. Это плохо, конечно, это плохо. Это нехороший признак. 3,3 нижняя граница. Поэтому все-таки давайте-ка занимайтесь сахаром своим. На самом деле динамики реально расти или сохранить. Не знаю, как сохранять. Я уже доказал всем. Сейчас снимем видео. А как... Не, слушайте, ну да, принесли печеньку, вот смотрите, сейчас покажу. Это будет сладости. Опа! Вот печенечек, пожалуйста. Не думаю, что я их буду есть, а кефир я не пью. Вот. Набираю вес, при этом 1-2 раза в день ем. Ну а что, у каждого свое, бывает, вам повезло. Как снижать уровень сахара в крови, надо найти причину, почему он у вас повышен, с чем это связано. Это не просто, вы поверьте, это не шутки. Кардио с утра или после силовой, и так, как повысить тесто без АЭС. Ну, трибулус реально не работает, он не повысит выше. Поискать, что причина, опять же, сдать анализы, может быть, у вас другие гормоны гуляют. Белки нужно учитывать, скруп я не учитываю, не вижу смысла. Во время бега пропустил диапазон пульса, кажется, после силовых. Ну, это всем известный диапазон пульса. Как правильно делать загрузку? В двух словах не расскажу, потому что можете испортить. Но я их в школе читал, Карнеги, конечно, интересно. Интересно такая психология человеческих взаимоотношений. В статодинамике сколько упражнений на одну группу? 4 на грудь, 4 на плечи, 4 на спину. 3 на трицепс, 2 на бицепс. Из клинических рекомендаций, по-моему, натощак 6,1 вы что-то маханули. Могу ошибаться, но думаю, что нет. И зачастую уровень тестостерона низкий из-за того, что вы жиров не доедаете. Гамбальжийской картине, не знаю, сколько воды пьешь, сейчас больше пью, потому что сдал гематокрит, у меня очень низкий, и начал пить где-то 2,5 литра чистой воды. А, верхняя граница 6,1, но если она у вас натощак уже ближе к верхней границе, это уже плохо. Что тесто повышает? Тяжелые тренировки и жиры пищевые, в которые содержат холестерин. Согласны вы ли, что любительский бодибилдинг лучший вид спорта для здоровья? Нет, не согласен. Соревновательный вид спорта – это не здоровье. Прекрасно, 2,5 грамма белка много, а 1,5 отлично. Аптеку хотел, поэтому вам подошло. Хочу купить дорогие витамины, посоветуйте комплекс, пожалуйста. Не знаю, в аптеках никогда не покупал, честно говоря, и особо-то не знаком с вам тоже. Не знаю, как правильно ответить, но я понимаю. Спасибо вам большое и мое большое уважение. Речь пьяна про бугандитов, вспомогательный тренинг перед сном каждый день, как вы думаете? Я думаю, это не стоит этого делать. Я в этом логике не вижу. Когда откроете свой канал на YouTube. Ну, кстати говоря, после прошлого перископа мне прислали ссылку на якобы мой канал. Я написал жалобу, надеюсь, его уже закрыли. Не знаю, то есть канал на YouTube должен быть креативен. Почки могут, избыток белка, конечно, перегружает почки, и неплохо бы сдать анализы мочи, прежде чем делать выводы. Можно применять тренинг статодинамик, допустим, грудь, бицепс, пожалуйста. Идеальный вариант, грудь, бицепс, я давно об этом говорил. Ну, будем надеяться, что у вас за училище в Санкт-Петербурге, что вы имеете в виду за училище у нас в Санкт-Петербурге, сколько таблеток Оптимен кушать при 70 кг, 2 в день, утром и вечером. Что значит военное? Я не учился военным. Лучший препарат на массе спортпита. Креатин, протеин, да и все, в принципе. Рост 183. Нет, я не врач. 140 на 70 плохо, поверьте мне. Мне сегодня делали эхограмму. Я еще раз разговаривал с профессором. Это нехорошо. Про канал Flashfly 28.
Антон Петряков, мой знакомый, хороший парень. Нет, я не являюсь активным подписчиком, но к нему очень хорошо отношусь. Вот. Я из Санкт-Петербурга. Спасибо, что я хоть кого-то вдохновляю. Ну, по большому счету, уже немало. Военно-спортивное училище в Санкт-Петербурге. Насколько я знаю, у нас есть ВИФК, который находится буквально в нескольких километрах от больницы, в которой я лежу. Я там даже выступал, по-моему. Протеин, изолят лучше, пить сразу после тренировки, да, лучше сразу на воде. Сколько упражнений на крупную мышечную группу на массе? Если это силовая тренировка, то 3, если нет, то 4. Нет, климат в Санкт-Петербурге мне не нравится, поэтому я отношусь. К дяде Сереже, ну, он веселый блогер, но информационная составляющая, да, он не пытается никакой информации нести. Слушайте, не знаю, какая аритмия, потому что еще не получал анализ, но мне сказали, что все нехорошо. Вероятнее всего, это пью уже кроворазжижающий. Там интересная история. У меня происходит рассинхронизация желудочка и предсердия, точнее предсердия желудочка. И кровь идет не струйно, она идет завихрением, а это приводит к образованию тромбов. А тромбы, сами понимаете, к чему приводят. При аэробных упражнениях держу пульс 115. Вы специально отвечаете на вопросы? Нет, я стараюсь отвечать на все. Тренировочный сплит 2 плюс 1. Да, Михаил Прыгунов, я знаю. Ставьте на 4 упражнения на грудь, 4 на бицепс. С каждым по 4 круга. Я бы на бицепс 3 сделал. Pure Protein, скажите о компании. Я ничего не знаю этой компании, потому что я являюсь спортсменом другой компании. Сколько углеводов при сжигании жира? Не знаю, надо подбирать. Кто-то 300 ест, кто-то 200, кто-то 100. Нет, бизнесом как таковым я не занимаюсь, у меня нет к этому таланта, я так думаю. Я занимаюсь спортом, и все, что рядом со спортом. У меня есть VIP-клиенты, очень богатые люди, которые готовы получать знания за деньги. Какой на вкус БЦА порошок? Не знаю, разный вкус. Углеводы после тренировки, ваше мнение? Да, пожалуйста, ешьте только через 30-40 минут после приема протеина. А так ничего против. 60-20-20 на массе нормально, 60-20-20, но я бы белка добавил немножко. Сколько повторений на силовом тренинге нужно делать? Больше, я думаю, что в районе 6-7 повторений, больше не нужно. Мы же евреи, у нас генетический лонг-таланд бизнеса. Ну, я такой, я же полупровка. Видимо, не совсем у меня случилось. Давно качаюсь, да, давно. Больше, чем некоторые здесь живут. Может кардио понизить давление? Если удар, если усилие, увеличится удар на объем крови, конечно, понизит. Ну, тогда все-таки, может, у меня есть талант, не знаю. Вот. Можно ли гирями вместо гантелей бицепс? Можно, есть такой способ. Окислительные мышечные волокна, спина, упражнения. Все те же самые упражнения, просто выполняются в укороченной амплитуде. И очень медленно. Настроение падает, когда масса уходит. Падает, знаете почему? Потому что у меня нет одежды другой. Молочки на сушке не есть, но в последней фазе не нужно. У меня реально нет одежды. У меня вся одежда заточена под 115, под 116 килограмм. У меня дорогая одежда. Ну, мягко говоря, да. То есть и полностью гардероб менять будет тяжело. Мне 44 года. Девушкам 2 гелка на мазь. Много? Да, много. Я считаю, что столько вам не нужно. Больше 1,5 грамм. Где отучиться на тренера в Питере? Колледж Вейдера есть и еще одну школу, не вспомню, как называется. Вы раньше говорили, что не пьете протеин в углеводное окно. Как сейчас? Я сейчас углеводное окно не признаю и не пью. 30-20-50, белки, жиры, углеводы, да, мне больше нравится. Обезжиренный творог прямо перед сном можно? Можно, если вы не находитесь на жиросжигании. Что скажу о немагии? Ну, два мальчика балуются, пускай балуются, и у них это хорошо получается. А чем отличается ртопорсовый салат? Не знаю, надо посмотреть по химической формуле, не знаю. 20 подходов, общую тренировку на грудь, 16 на бицепс. Да, получается так, 24 подхода, 4 упражнения. Да, где-то так, ничего сверхъестественного, может быть даже немножко многовато. Почему-то динамика так называется, если по сути не задействовать. Не знаю, так уж... Автор назвал это методикой, мог назвать как угодно, не знаю. Сахарозаменители сахара помогут снизить сахар? Ну, как минимум, не будет повышать уровень сахара в крови. Восстановить тесты лучше ХГЧ или кламидом? Совместно это нужно делать, идти на тему.
А вы сейчас прогрессируете, просто поддерживаете форму. Я сейчас болею и рассыпаюсь, поэтому не знаю, что я делаю. Сушка, тренировка окислительных мышечных волокон совместима? Да, система ФСТСЕВ, как вам? Мне никак. Я не вижу ни логики и не понимаю, что значит бицепс. Не знаю, сколько там. Не знаю, сантиметров 40, не знаю. Не мерил я 5, нет, не 5, наверное, 49, не знаю. При нормальном сахаре есть смысл отказаться от сахара, чтобы не провоцировать диабет? Просто не привыкать к сладкому. Нужно. Нет, у меня не Mac, у меня компьютер HP, а телефон Samsung. Как-то с Apple не случилось. Ну вот так получилось. Как-то не сложилось. Да, если вы набираете в месяц по 1 кг, это круто. Что думаете по рекомендации Лана про легкий велотренажер между подходами в приседе? Прекрасный вариант. Действительно снижается закисление. Трибулус неэффективен. Он не поднимет ваш уровень выше физиологически. Каким может быть причина высокого сахара? Гормоны щитовидной железы могут привести повышенный уровень гормонов щитовидной железы могут привести к повышению сахара. Уровень соматотропина высокий может повысить уровень сахара. Все что угодно. Если нет возможности клетчатки, в овощи есть 30 грамм, если вы мужчина, клетчатки получаете. Как вы относитесь к шпаку, я уже говорил, как к человеку хорошо, как к его творческой составляющей, не очень понятно. Как часто можно пить перетреник, не надо частить, потому что нервную систему угробите. 3 раза в неделю качество будет, прогресс будет. В овощах быстрые углеводы, как и фрукты. Смотря какие овощи, если вы про картошку, то да. Книжки, уже говорил, напишите, напишу вам ВКонтакте. Что вы думаете о супермедленном втором Деннисе Джеймсе? Думаю, что это круто. Думаю, что это реально круто. Деннис Джеймс делает статодинамику. Просто реально статодинамик. Можно заменить овощи на клетчатку? Можно. Ну, другое дело, вопрос зачем, вы же понимаете, можно вообще заменить все на суррогатную пищу. Вместо мяса протеин пить, вместо фруктов витамины, но мы должны получать пищу полноценную. В каком зале занимаетесь? Fresh Fitness в Озерках я работаю и там тренируюсь. Вот там у меня моя основная жизнь. Слышали про гостю Номерову? Что думаете? Я думаю, что это безумие. И эта идея и разговора «я мужик, я не мужик» – это из детского садика. Мужики не говорят о том, что они мужики, мужики делают мужские поступки. Сколько нужно дыхать между суперсетами, смотря какие вы тренируете мышцы, имеется в виду, в каком режиме тренируете. Если статодинамик – это одно, если это гликолитический мышечный волокон – другое. Думаю, что аргинин работает, но не у всех, потому что печень зачастую его разрушает. Сколько клетчатки в день нужно есть, я уже говорил, совокупно 30 грамм. А как вы относитесь к хлебцам вместо хлеба, сахар, земля, мясо? Нормально отношусь, это лучше, чем то, что вы перечислили. Гликолитически между самими упражнениями отдыхать порядка 80 минут обязательно, чтобы снизить закисление, либо идти на активный отдых. Если делать статодинамик только для не чередовая группа мышц, будет эффективно? Будет, если вы будете давать достаточно времени для снижения закисления. Конечно, будет. Просто если последовательно будете делать, то будет не очень хорошо. На сушке лучше делать кардио, вариантов немного, утром на голодный желудок, сразу после тренировки. При беге начинает болеть голень. В чем причина? Не знаю, могу предположить, но десяток версий. Сколько нужно спать, если набираешь массу? Чем больше, тем лучше, часов 8-9 обязательно. Знакомы ли с таким препаратом? Токсимакс, фенотропил, пироцетам? Да, знаком. Пироцетам, пил, да все пил практически. Сергей Мадюком, да, здравствуйте. Не знаю, если жизнь сведет, обязательно сделаем что-нибудь. Что лучше пить, протеин или БЦА? Протеин это 20 аминокислот, БЦА это 3. Протеин заменяет вам пищу, но он не заменяет, дополняет пищу, БЦА.